И всем привет, ребята, дорогие друзья, на канале Альфа. И сегодня, ребята, хочу поиграть игру под названием Standoff 2. И сегодня, ребят, короче, я буду играть в дуэль PvP с моим другом, а также подписчиком Прянчик. Поздоровайся. И всем привет, друзья, с вами Прянчик, да? Да, молодец, нормально поздоровался. Короче, будем играть мы в командном бою на карте Сан-Ярс. Я постараюсь выиграть его. На АВП будем играть, никогда ребята. Да, не получится у тебя. На... Мы будем играть на АВАПах, да? Да, на АВАПах будем играть, ребята, я же говорю. Да, на АВАПах. Будем, короче, я хочу постараюсь зайти. Я хочу, короче, зайти за спецназ, если что. Постараюсь за спецназ. Окей. Да. Окей. Ну и все, ребята, давайте больше не будем тянуть. Вот топ-комментарий, спрошу о видео. Итак, ребят, все, думаю, вы его рассмотрели, так что погнали поиграем. Но перед началом поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, потому что тогда я постараюсь выпускать видео еще раз многочаще. Ну а также, ребята, он тоже снимает, обязательно подписывайтесь на его канал, ссылка в описании. Также, да, конечно. А также в комментариях закрепленном на его последний ролик, так что обязательно посмотрите. Ну и на это тоже будет ссылка, так что посмотрите, два видеоролика закреплю в комментариях. Да. Все, короче, да, они, я думаю, все подписались, мы начинаем. Итак, все, ребята, захожу в спецназ, все. Я за щель, это хорошо. Берем авапу. Все, погнали, ребята, его выносить. Надеюсь, мы его хотя бы несколько раз убьем в разминке. Такс. Если что, ребята, он отключился, так что вот так вот нужно играть. Так, вот так вот нужно играть, ребят, поняли? Вот так, так, ладно, без всяких приколов, погнали. Пум. Пусть у меня, ребят, немного разлагает. И прочие кондитей. Сдохни. Я как я тебя не убил? Ура! Так. Надеюсь, ребята, я вообще затащу эту катку. Просто вообще. Нет! Я бы тебя убил, чувак. Ну ладно, тебе повезло. Берем Юсп, чтобы его испугать, навести ужас. Смотри, видишь, у меня Юсп. Блин! Ладно, все, больше не будем наводить ужасы на Прянчика. Потому что с ним шутки плохи. Что не ожидал, да? Че стоишь? Стоит. Эй, ребята, как так? Все. Сейчас, ребят, будем тащить, все. Фух. Меня это уже бесит. Мне это не нравится, мне это вообще не нравится. Ты что, охренел? Что, давно не играл с АВМ? Да, давно вообще. Прям очень давно. Блин. Что-то я еще, ребят, его ни разу не убил, что за хрень? Это как-то, ну, неправильно. О, попал. Идите колотить. Сдохни! А с ними, ребят, интересно играть, по правде. Не то, что с нубами. Так. Твою мать. Повезло. Все, погнали. Тык. Где же он? Ага. Понял, принял. Опа. Так, сдохни. Чувак, можешь сдохнуть, пожалуйста. Сдохни, ё-моё. Что-то как-то, ребята, вообще сегодня не очень. Вообще. Да ты чё? С ножа. Ты с ножа-то не беги, чувак. Так нельзя. Так нельзя с ножа. А так можно. А. Так, всё, ё-моё. Пацаны, если мы еще проиграем. Старлинг вышел. Старлинг хотел зайти, но не смог. Ха-ха. Старлингу не повезу. Нет. Давай, мы тебя сейчас вот так вынесем. Вот, блин, ребят. Что это за дичь такая, а? Как так-то? Опа, пока. Так, взяли юспик и берем авапу. Опять Сталиных вышел. Да, Сталин, хватит заходить, ты не мешай нам, а? Мы пытаемся и так здесь победить. Прянчика, ну блин, ну Сталин, не мешай, поже. Что, думал, что попадешь, да? Думал? Много ты придумал? Много придумал? Куда пошел?
Бля! Пипец вырубил-то, а? Ладно, хорошо, чувак. Вам не жить. Все, будем больше молчать. Все, погнали. Оп. Супер. Чувак, ты не беси меня. Тебе ж не выжить, понимаешь? Не вы... Жить стенка спасла его, пацаны, стенка спасла. Что ты там прыгаешь, а? Блин, да твою мать, так как так? Неужели я так плохо с АВМ играю? Интересно. Стой! Подожди. Да ёперный театр. Чё лагает-то? Кто-то звонит, что ли? Пипец. Наверное, да. Как обычно, кто-то попытается ко мне дозвониться. Задолбали! Ох! Бесите, ребята, бесите. Да сдохни, ё-моё, ой. Да ты, мать. Чё-то как-то оно не оно, ребята. О, привет. О, пока. Опа. Да ё-моё, как так? Как я мог тебя не убить? Да ну хватит звонить, ну задолбали, блин, не смешно. Хватит, блин, звонить. Привет. Да твою мать. Ну мне кажется, все-таки эту катку проиграю. Да пипец. Опять Сталинг вышел. Это Сталинг задолбал, честно. Блин. Но я все равно эту дуэль выложу, ребят. Все равно. Даже если проиграю ее. Что ты тут делаешь, а? Такс. Делаем вот так вот. Бляха-муха! Нужно все-таки было за террора заходить все-таки. Все, больше буду молчать. Все, погнали. Ого! Даже так. Опа. Бляха-муха. Ну ладно. Сенсор, все. Ребят, сенсор потух. Все, сенсор сдох, можно сказать, все. У меня он лагает, все, жора. Моему сенсору на самом-то деле. Я не понял, ты что забыл, а? Трияныч, ты шо? Бляха, все, молчим.
На вапах-то сложно играть на самом-то деле. Да ёперный же ты театр. Ура. Попали. Стой. Чувак, подожди. Бля, так нечестно, так нечестно. С ножа нельзя. С ножа нельзя. Запомни, ты сделал неправильно. И ты поплачешься за это. Я тебе отвечаю. Смотри. Смотри, оп, да твою. Ты как так? Я там ищу тебе. Все. Молодец. Нет, нет, еще раз, нет. Ты сдохнешь. Сдох. Бляха. Да ё-моё. Одна минута. Ну, 47 секунд. Наши с ребяточком мы от него отстали. Ну, ничего страшного. Опа. Нужно опять отстаём. Да стой! Да иди куда подальше, в баню, допустим. Да ё-моё, в баню иди. Пипец. Всё, давай быстро выходи сюда. Я тебя здесь прикончу. Ну где ты? Оп, всё. Пофигу, пофигу, ребят, что мы проиграли. Проиграли на 5 очков. Да и всё равно. Зато, ребята, зато это нормальное видосик получилось. Зато нормальный видосик. За нормальная катка. Надеюсь, ребята, оно вам понравилось. Вы поставите лайк. Подпишитесь на канал и нажмите на свой колокольчик, потому что тогда я постараюсь спускать видео еще в 100 раз намного чаще, а также для вас, ребята, обязательно. Все в первую очередь для своего зрителя. Все, выговорюсь, ребят, все. Даже вижу Starlink в сети. Угу. Ну ладно, ребят, все, надеюсь, вам понравилось это видео и все такое, вы уже все это слышали. Прекрасно, да. Ладно, ребят, все, всем пока, до новых видео, ребят, пока!